Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима, я продолжаю проходить игру Вальшов Легион. Мне пошли 30-я часть игры под названием «В поисках предателя». Я желаю всем приятного просмотра, друзья, я сам название придумал, потому что, друзья, сегодняшняя миссия, это название идеально подходит. Сейчас, друзья, я вам покажу описание, вы сами поймете, почему название подходит. В общем, вот, друзья. Нолик основал чупирующий дотек и пытается отслеживать все ИИ, созданные Скайварсен, из картованных разумов и ее жертв. Первый подозреваемая система, контролирующая лондонский черный кэп. Черный кабы. Один такой кэп недавно сбил человека, но расследование почему-то не ведется. Вот, друзья, почему я так назвал в поисках предателя миссию. Друзья, ноль обосновался дотек. Кто же это будет? Мы, друзья, не знаем. Получили в этой миссии узнать, кто же все-таки дотек и есть нулевой день. Будет, друзья, очень интересно. Очень классненько. Еще раз, друзья, вам всем желаю приятного просмотра, а мне приятного прохождения. Если, друзья, вы кушаете, я вам желаю приятного аппетита. Так, все, друзья, быстренько, миссия находится ни хера себе где. Ну, я думаю, немножечко, друзья, покатаюсь, а? Ну да, почему бы и нет, тачка неплохая, в принципе, у моей шпионки. Поэтому, да, погоняю. Только, правда, правила не буду нарушать, я имею в виду, хочу ни разу не впитаться ни в кого. Вот, наверное, скорее всего, навряд ли получится. Ну, попробовать, друзья, надо, а. Только что, друзья, Вальшок Легион вам особо не заходит, а, по просмотрам, а. Надеюсь, зомби против растений или GTA-шка 2002 года лучше зайдут, а, в летсплеях, а. Ой-ой-ой-ой, а. Не, честно слово, друзья, это прикольная миссия будет, а, в поисках предателя, блин, класс, а. Надеюсь, я запомню, друзья, эту миссию. Интересно, друзья, у нас получится реально? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Блин, тачка, конечно, крутая, но мне больше та нравится, блин, а. Хотя, ладно, шпионка на шпионской машине, ладно, все, поехали, так, а. Не будем машину менять. Фух, блин, честно, слово, друзья, мне больше, просто очень-очень интересно узнать, найдем ли в этой миссии, друзья, предателя. Ну, из нулевого дня, вот просто, правда, интересно узнать, а. Очень интересно. Ага, понял, понял. Я так, друзья, не научился в этой игре пикать, а, на машине. Не знаю, какую кнопку там работает. Пикалка. Правда, друзья, я все кнопки нажимал, уже управление смотрел. Что-то еще не нашел кнопку, чтобы пикать, а. Как это делать, я не знаю, а. Погнали, погнали, погнали. Кстати, друзья, машина такая реально неплохая, а. Прикольненько. Это 007 агент, а. Джеймс Бонд. Это оттуда машина. По шпионов же. Ага. Спасибо, что попустили, огромное спасибо. Надеюсь, друзья, меня хорошо видно, хорошо слышно. Надеюсь, игру тоже хорошо видно. Хорошо и работать, я имею в виду об этом. Ой, класс, друзья, я скоро завершу Вальшок Легион. Я это чувствую, друзья, что реально скоро завершу. Мне буквально, друзья, осталось пойти парочку дополнительных заданий. Потом пойти, может быть, не знаю, несколько миссий основных. Не знаю даже сколько, честно говоря. И все, друзья. А, вот, друзья, это расследование. Друзья, мы с вами, как говорится, агенты, которые будут расследовать убийство. Блин, сука, нихера себе, ты мудила, такси, твою мать, блюдская. Все, друзья, так, ага. Жертва загрузила фрагмент кода из черного кэба за секунды до смерти. Похоже, в сети кто-то покопался, и этот кто-то жуткий дилетант. Строки выглядят как цветные карандаши, напиханные в нос не очень умного ребенка. Тут даже есть комментарий. И что в нем? Слов нет, только битовые строки. Бессвязные. И их слишком мало, чтобы скомпилировать данные. То есть хакер убивает людей с помощью черных кэбов? Похоже, что так. Но для уверенности нужно больше данных. Предлагаю отследить другие кэбы. Соберем больше битовых строк и узнаем, кто этот хакер и где его искать. Так, скачивайте. Так, скачайте данные с бортовых компьютеров черный кэб в Лондоне. А-а-а. Это он и есть? Это не тот кэп, а? И где кэпа искать-то мне? Это не кэп? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сори, 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 если не сбивайте меня. Так, это тоже не кэп, да? А где кэп-то? Блин, зараза. А-а-а. Вот что, машина такая. Друзья, сейчас быстренько преследую, а? Машина-убийца, ёб твою мать, как в киберпанке. Вроде бы тоже такая миссия есть. Я, правда, не проходил ее. И там, друзья, машина-убийца будет, а? Умный разум, друзья, которые стали придурками, а.
Нифига себе, сука, видели, что делает, а? Еще и пытается уехать, мудила. Ах ты, сука. А ну все, друзья, пофигу уже на аварии, а. Ну, сука, еще и пытается свалить от меня. Ну ты мудень, а. Это хакер явно ей управляет, а? Сука, 100% хакера. Бегли, что расскажешь? Тот же аккуратный код с битовыми строками в комментариях. Конвертирую. Ага. Аудиозапись в хранилище. Ну давайте друзья послушаем. А, потом. Нам нужно разберемся. Что это было? Эти битовые строки — фрагменты аудиофайла, а вовсе не результат падения клавиатуры с винтовой лестницы, как я предполагал. Взломай еще один кэп, и у меня будет полный файл. И давай быстрее. Хер знает, когда хакер решит еще кого-то убить. Понял. Это я с вами, друзья, полностью согласен. Хакер уже машиной управляет. Она уже безумная, друзья. Я надо было, друзья, по-другому назвать миссию. Ну ладно. Поиск приятеля, друзья, интересное название. То знание, конечно, тоже неплохое название. Но, друзья. Все битовые строки есть, можно собрать аудиофайл. Посмотрим. Угу. Сейчас я все скачаю, на всякий пожар на третью. Прошу прощения, но речь о гибели сотрудников Брока Тек, ваших сотрудников. Вы разве не заботитесь о людях? Скай Ларсон лучше знает, что нужно ее людям, лейтенант. Мы не будем выводить черные кэбы из эксплуатации. Все, идеально. Но из эксплуатации не отразится на прибыли. Нам нужна помощь Альбиона, пока мы решаем вопросы внутри компании. Ой-ой-ой. С прибылью мы разберемся сами. Стоп! Детище Брока Тек убивает сотрудников Брока Тек. Я как раз пытался выяснить, что общего между жертвами кэбов-убийц. Оказалось, что плохая реакция и общий работодатель. Брока Тек. То есть и черных кэбов. Картированный разум. Одна из жертв Скай Ларсон. Именно. Бывший таксист. Брока Тек предложила городу услуги по автоматизации кэбов, и теперь кэбы вышли на тропу войны. Похоже, нам снова предстоит предотвратить катастрофу. Ну но да. Как? Нужно выяснить местонахождение ИИ. Взломай еще один кэп, и я просмотрю историю поездок. Да я уже взломал вот так, багля. Так, какую же мне купить, а? Какая лучше? Так, вот надо подумать, а. Так, какая красивее? Больше подходит ей, а. Так, ну желтенький, ну это надо же разнообразие сделать, а. Это, конечно, у меня супер крутая шпионка, а. Нужно другое что-нибудь, а. Блин, даже не знаю. Честно говоря, давайте это возьмем, а. Ладно, денег не жалко. Быть такой стильный нелегкий труд. Нет, правда? Это да. Так, теперь штанишки, а. Штаны хорошие тоже бы. Подходящие для этого. Так, или эти же оставите. Так, не, юбку точно не будем. Нафиг эти юбки? Флаг. Штаны в стиле флага. Так, даже не знаю, какие штаны сделать, а. Ой-ой-ой-ой. Давайте эти оставим, что ли, а. Ну, эти возьмем, ладненько. Так, а ну как, головной убор, очки. О, очки, очечки, друзья. Мы будем с вами крутыми шпионами в очках. Ептой налево. Уф. Ну-ка. Так, ну ладненько, давайте эти возьмем. Супер крутая шпионка. Выходит на тропу войны. Загружено. Похоже, изменения в код вносили со стоянки в Вестминстере. Не верится, что мы будем помогать этим чокнутым из Брока Тек. С другой стороны, заслуживают ли они смерти из-за того, что Скай злобная стерва? У создателя нередко бывают сложные отношения со своим детищем. Смотри, Франкенштейн, невеста Франкенштейна, сын Франкенштейна. Отлично, спасибо, Бекли. Наш долг остановить этот ИИ. В городе и так все паршиво, не хватало только кэпов-убийц. Так и где находится «Уничтожьте ИИ Кэп Прайм»? А, он же там находится. Ясненько, понял, сейчас все быстренько. А, в принципе, даже недалеко, друзья, уехал я. Ладненько, сейчас я поехал. Ну, друзья, такая, не знаю, такая, ну, не, в принципе, неплохая, друзья, миссия на самом деле, а. Блин, тачка все-таки офигенная, супер, а. Блин, все-таки хочется покататься на другой тачке, а. Ах, ладно. Ты, конечно, хотя ладненько, черт, блин, покатаюсь на своей... Эй! Зараза! Я убийца гребаный, твою мать. Сори, друзья. Я полицейский. Я лондонский полицейский, друзья. Не мешайте, пожалуйста. Я еду, друзья, вас спасать, а. Ого. Друзья, я почти доехал. Ага.
Здесь находится стоянка и ремонтная мастерская черных кэбов. Надо найти ИИ, чтобы он перестал прокладывать маршруты через сотрудников Брокотек. Понял, понял, Бэгли, все будет сделано. Так, так, так. Ага. Так, например. Опа, нифига себе, сука, тут. Так. Так, опа, нифига себе, раз, два, стоянка, реально машина, нифига себе, сука, тут этих кэпов, а. Так, я нашел вроде бы сверху. Угу. Что это камера? Выводит нас. Во. А, она не работает тогда. Вот она. Нашел. Так, как теперь туда попасть, а? Мне даже интересно, друзья, как туда попасть, а? А вот это мы тут наверху, друзья, находимся с вами, а? Так, это вот тут получится дебил. Кто это? А, Альбион. Вот, друзья, как говорится, те кэбы, да? Такси. Еб твою мать, бешеные убийцы такси. Сука, может даже было по-другому миссию назвать, а? Ну, они, друзья, в поисках приятелей нормальное название. Фух, блин, так, я не пойму, что делать, так. А, вот, вот что я сделаю, что я туплю. Скачаю ключик, а? Он мне пригодится, друзья. Молодец, друзья, реально молодец. Так, это у нас не получится. А, вот что как. Понял, понял. Так, есть. Блин, тут не получ... Тут что такое? Замудренное все. Ну-ка. Да нет, друзья, нужно то самому попасть, а? Так, друзья, я буду париться долго, а? Так. А не, не хочу эту штуку отключить, а? Ладненько. Вот, я хочу ее отключить, а. Молодец, Димон, тут дофига такси, друзья, реально. Стоянка, ёптую, вместе убить такси. Так, как тебе туда попасть, а? Тут дверь не открывается, а. Сука, где-то вообще тут вход, есть где-нибудь вход, а? Мне просто вот интересно реально узнать. Нужно все обыскать. Так, помимо часов, я хочу бы маскировку себе замутить бы, а? Так, пока я туда не вошел, я найду быстренько тап. Так, мои, ага. Так, мне просто вот интересно. Нет, ну да, это понятненько-то. Пистолет, пистолет, два пистолета. Это не... О, кстати говоря, новенькая, попробую вот это, а. Прикольно будет, а. Так, бот-паук. Бот-паук, бот-паук, я даже не знаю, что оставить. Бот-паука или маскировку, а. Ладно, давайте здесь попробуем это сделать, а. Маскировочную щель, а. Бот-паук, конечно, хорош. Ну, хочу это использовать. Так, ладно, друзья, теперь как на туда попасть? Это самое главное теперь, а? Кстати, друзья, прикольненько я свою шпионку переодел. Так, где вообще вход, реально? Это здание, просто интересно. Это вообще не туда вход. А, скорее всего, вот он вход, друзья, или нет? Так, я понял, понял. Так, 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 сори, сори, сори. Сори. Типа, что ты меня палишь-то? Ты сука, ну так к чему ты относишься, вообще не надо. Мне же туда надо попасть. Вот сюда, друзья. Блин, заблудился, а я бы твой налево. А, по-моему, друзья, нашел вход. Вот, друзья, вход, ура, молодец, Димон, ты красавчик. По-моему, это вход, друзья, вот он здесь находится. Надеюсь, я прав. Или не прав, хрен его. Блин, это... О, камера. Молодец, спасибо. Скорее всего, друзья, скорее всего, не прав, опять же, а. Это не тот вход, куда... Ну да, друзья, это не то место, куда я хотел бы попасть. Или то, я уже заблудился, честно говоря, друзья, не понимаю, где и чё. Надеюсь, я правильно иду, друзья. Да-да-да, все, друзья, я иду правильно, я молодец. Я просто себе думал, что неправильно. Ну, бывает, а. Просто так было не по-русски сделано. Так, тут, конечно, так не вырубишь ни хрена. Хотя камера, зачем нам камеры нужны? Опа, спасибо, камера. Огромное спасибо тебе. Вообще, друзья, я пока спокойненько иду. Пока эти дебилы меня не палят. Так, классненько. Маскировочку. Нейтрализация. Аккуратненько. Это было... Я дура вырубил. Она заслужила. Вот, друзья, скорее всего, новая маска. Так. Это что у нас? А. Открываем. Взаимодействие. Охереть. Нихера себе. А, это ИИ. Уничтожьте. Все, друзья, я сделал это, да? А, нет, друзья, я удаление делаю. Я удаляю. Так, мне... Внимание, температура повышается. Так нельзя. Что, я сука? Я вожу такси всю жизнь. Я все об этом знаю. Прошу, не надо. Излишне. Убить их я могу. Автоматизация. Неавторизованный доступ.
Загрузка в локальную сеть. Ебать твой ИИ. Чокнулся. Да что вообще происходит? ИИ направляет вычислительные мощности на подавление процесса удаления. Можешь придумать рифму поудачнее. Ага, сука. Как бы не погибнуть, твою мать. Да твою мать рождения, ну пиздец как бот, а. Епатьский, я это не ожидал, друзья, этого. Ёбы-палы, сука. Епать компот, друзья, ну и миссия, сука, не такая легкая, как я думал, а. Вот грёбаный, сука, и я. Блюдок, блин, а. Арестованы, ну сука, блин, опять арестовали, твою рождение. Так, ладненько, друзья. Я возьму, наверное, не знаю кого, а. Так, вот давайте его возьмем, а. У него прикольненько, что пулемет есть классненький, а. Да, друзья, возьмем бывшего альбионовца. Почему бы и нет? Киллерша я уже брал. Тут просто, друзья, у него только один пистолет, и к этой миссии не особо он подойдет, а. Тут, друзья, нужен, ну, достаточно такой пулеметик, а. Вот, друзья, погнали этим агентам, а. Сука, я не думал, что в этой миссии я агента буду менять, а. Капец, какой-то компот, а. Друзья, еще раз вам всем спасибо за поддержку. Я очень рад, что вы, друзья, я с вами подружился. Огромное спасибо. Ты мой фаворит. Не вопрос. Для того я здесь. Погнали. Окей, окей, Бэгли, не повторил. Эй, друзья, спасибо вам за поддержку. Реально классно. Огромное спасибо. А, друзья, я знаю теперь, куда идти. Теперь знаю. Вроде бы. Тут такси, видите, стоит, да? Прикольненько. Ага, все, друзья. Так, мне сразу надо поменять заранее. Или маскировку не сделаю уже. Я не могу поменять? А, могу поменять. Так, что же мне использовать на самом деле? Так, ну маскировка особо не подойдет, честно говоря, я даже не знаю, есть ли смысл ее использовать, а. Так, вот, паук. О, действие эффекта. Опа, так, турелька. Давайте здесь попробуем турельку, а. Ни разу не пробовал, почему бы и нет. Погнали. Дубай 20 на 2, чтобы особо я понял. Это я уже вдуплил. Все, друзья, мы готовы. Сим, откройся. Попытка Димина номер 2. Не поверите черного агента. Но слава богу, друзья, что моя шпионка не погибла, а только арестована. Это самое главное, друзья. Это обидно было бы ее потерять, она реально классная. Мне она нравится. Прикольно, тем более только новую одежду ей купила. Блин, друзья, очень рад, что с вами сегодня подружился, друзья, реально очень этому рад, а. Спасибо, друзья, вам всем за поддержку, реально классная. Так, нелетального действия, тогда вот тут поставим, а. Контроль. Во, режим турели. Прикольно, когда у себя будет. Прикольно, я пока тут поставлю его. Он мне пока не нужен. Да, это будет 20 на 2. Еще раз, друзья. Гребаный ИИ, Кэп, Прайм. Я, друзья, настолько умный тварь, блин, как Вижн из Мстителя. Так, сука, ну сейчас пулемет приготовить, а. Внимание, температура повышается. Так нельзя. Я вожу такси всю жизнь. Я все об этом знаю. Прошу, не надо. Излишне. Убить их я могу. Автоматизация. Убить их могу. Неавторизованный доступ. Загрузка в локальную сеть. Инициализация. Сука, откуда же вас столько-то? Что происходит? ИИ направляет вычислительные мощности на подавление процесса удаления. Можешь придумать рифму поудачнее. Стараюсь, Бэгли. Ебать твой мамаша, это я не ожидал, друзья. Так. Вот, да, конечно, по-плохому, сука. У меня тоже пулемет еще что есть, а. Это шо, блин? А я думал, тебе кажется, об этом, а. Блин, зараза, что делать, а, сука. Не же явно не надо не с ними без конца гасить, друзья. Так, моя цель получается это машина, да? Так, давайте. Взлом. Так. Ага. Поехала. Куда она поехала-то? Ай, блин. Можешь не прятаться! Вас могут обнаружить. Да и меня так уже спалили, а. Так просто, друзья, было бы намного удобнее. Ай, блин, поищи я. Так. Либо же их уже взломать, да? Вот патрончики. Ах ты, сука. Да, твои мальчики же быстро. По-плохому, сука, только так. Блин, как же это...
Машина не ломающая, я не понимаю вообще, что она не ломает, эта сука. Да, и сука, кого первее убить, а? Ваника. Сука, не знаю даже, кого первое из них убить, а. Ну ты, сука. Ну, я не совсем, конечно, круто. До крутого мне далеко еще, но будь стараюсь, стараюсь. Сука, только патрон не хватает, а я не пойму, что делать, а. Так, призывай обратно и кидай где-то туда. А, я не туда, сука, кинул, не туда. Еще и патрон мало, сука. Ну ладно, придется их по-любому убить, а. Да, твою мать, рождение. Они без конца будут идти, друзья, это реально без конца. Пока я не сделаю то, что надо сделать, друзья. И это без конца будут идти, сука, я. Так могу тупо просто погибнуть, друзья. А, я не попадаю дальше. А, сука. Я просто патрончики соберу у них, а. То у меня уже патрон мало. Молодец, молодец, Димончик, давай, давай. Так, сука. Ах ты, твою мать. Ну вот, наконец-таки, что-то полезное. Я взял. Хай бы тебе быть что-то. Есть, сука, мудик с маскировкой. Ща, друзья, я должен такси уничтожить, а. Есть, друзья, такси надо все уничтожать. Я так и понял это с самого начала. Это вдуплял. Так, агент ранен, сука. Наши, сука. Так, там еще, сука. Может, тебе, сука, конец, а. Мы поменялись местами, друзья, с ними, а. Так, до линии ядра. Ага. Нет выбора. Как он, тут откажешься? Он, сука, опять то же самое делает, а. Подписать? Что за дом? Я? Не вижу. Снова за руль. Сделай мое. Сбой инициализации. Загрузка. Твою мать. Я изолировал источник, который глушил сигнал. Ты знаешь, что делать? Да знаю, знаю, Бэгля. Ну, сука, тут... Знаю прекрасно. Да, друзья, миссия реально интересная. Да сука. Да ну сука, твое рождение, второго агента ранили, да ёб твою мать, а. Что-то, друзья, сегодня вообще лошара педальная, сука, уже второго агента, мать его, ранили, а. Твой налево, сука. Епатская, конечно, городовая, но, друзья, очень интересная миссия, правда. Конечно, я полного шара, блядь, сука, второго агента уже посадили в тюрьму, ну ёб твою мать, а. Да ты, сука, типа, появляешься так резко, не ожидал этого. Блин, твою мать, а. Вот же, ёб твою налево, ну, Дима, ты позорник, а. Так, берем тебя, да? Ну, у тебя тоже обычный принц, ну, ты тоже классный. Так, ну, блин, по словам, тогда лучше берем киллера, что у него больше стволов, а. То у меня патрона, сука, не хватает, нифига. Еб твою мать, я надо было с самого начала киллершу брать. Друзья, я знал, что мне надо будет, блин, с этими дебилами воевать. Я думал, типа... Я... Он отправил нашего агента в кратковременный отпуск. Займи его место. Ты вовремя, чел. Я до сих думал, после этого дебила, получается, уничтожу, ну и все. Надо сейчас с ребенком гаситься, блядь. Сука, так. Где это место? Я же соблудился. Куда идти-то, а? А. Все, да, нет. Это место не это. Так, по-моему, это место, да, друзья. Все правильно, так. Камера, камера. Нет, это не то место, то, что мне нужно. Это явно не то. Нет, не то. Однозначно не то. Сука, нехрен было бы убивать меня, ублюдина тупая. Враг. Тут даже написано враг. Блин, друзья, в поисках приятеля интересная миссия. Зараза, я опять заблудился. Это чудо же осталось моей шпионке. Друзья, сначала, блин, мою шпионку, сука, ранили. Отправили в тюрьму. Теперь отправили моего, блин, Альбиона. Ну, блин, агента Альбиона в тюрьму. Блин, надеюсь, киллерши, друзья, не отправят, а? Надеюсь, все нормально будет, а? Сука, блин. Косит, конечно, хорошо. Только хорошо. Ну, сейчас быстренько, друзья. А, уже не поменяют, да? А, его шара. Надо было раньше делать это. Кстати, друзья, прикольная маска. Мои генши мне нравится, а? Надеюсь, киллерши будет везучая, друзья. Сука, эти дебилки я поубивал-то, а? Так, быстренько.
друзья, последний раз. Надеюсь, все реально получится. Ого, какого фига они взрываются-то? Нихера себе, я ничего не делал, друзья, они начали взрываться. Охереть. Магия. Иду налево. Давайте. Дубль 20 на 3. Друзья, последний раз. Это точно, друзья, попытка будет удачная. Я 100% в этом уверен. Сейчас, друзья, мы знаем все, в принципе, 90%. Потом начнется фигня это. Так, можно пока бить в пушки. Внимание. После помогать с ними. Так нельзя. Я вожу такси всю жизнь. Я все об этом знаю. Прошу, не надо. А ты сука. Излишне. Убить их я могу. Автоматизация. Ого. Ну ты сука, еб твою налево. Это перебор уже. Ты мать твое рождение. Это реальный перебор, они сейчас меня отпинали бы. Суки такое. Нет выбора. Как тут откажешься? Где? Больной придурок, а. Что за дом? Я? Не вижу. Снова за руль. Сделаем это. Неавторизованный доступ. Загрузка в локальную сеть. Инициализация помех. Угу. Что творится-то? ИИ направляет вычислительные мощности на подавление процесса удаления. Можешь придумать рифму поудачнее. Я хочу найти этого бота, а. Сейчас быстренько, друзья. Просто паучок идеально подходит. Не паучок, а именно робот большой вот это. Который они якобы контролируют. Где он? Куда он делся? Куда он делся? Сука, он внизу находится, да? Зараза ли там, а? Ладненько, друзья. Своими силами придется уничтожать, а? Так что быть, а? Сейчас она будет вниз спуститься. Сука, гребаная Альбиона. Он, друзья, хрен знает, где находится у них бот. Получается, где их робот, не знаю. Ой, ладно, вниз. Ух ты, сука, нихера себе ты даешь, ублюдина тупая. Что я не ожидал. Сука, с маскировкой, хер заметишь, а. Да уже пофигу на это, а. Блин, да вниз хочу спуститься, а. Ага. Вот. Вот это и. Патроны меня хватает, в принципе. Сейчас еще немножечко осталось. Давай. Есть. Теперь, сука, я снизу. Это, ну, я снизу. Это, сука, Димон. Так, надеюсь, все получится, друзья. Или еще он машину какую-нибудь взломает, а? Тупой. И. Сука, интеллект гребаный. Надеюсь, такое будущее я точно не хочу, а. Чтобы нами управляли эти... Наподобие виджета. Вижена. Сеть готова к работе. Такое. Больше не хочу. Диагностика. Это она. Она... Ого, тут машину делать, прикольненько, прикольно. Найду. Так, где... Сбой инициализации. А, там машина, загрузка. Ты что издеваешься? Ты реально издеваешься? Я источник, который глушил сигнал. Ты знаешь, что делать? Да знаю, опять с этой машиной гребаной. Еб твой налево. Ну, подожди. Я не знаю, что было, но я это взяла. Пойду обратно к своим. А, иди, я машину все буду гасить, а. А вот дебил Альбион. Фух, так, раз, два, три. Он мне выбора нет, у меня здесь после этого нет никаких гранат, ничего такого, а. Поэтому здесь приходится так делать, а. Как говорится, старым способом. Так, открываем. Слушай. Все равно, что заткнуть выхлопную трубу бананом. Черные кэбы по всему городу остановились. Теперь вали, или тебя наверняка убьют. Ага, понял. Я же говорю, друзья, попытка третья будет удачная. Спасибо, Бегли. Сейчас я свалю. Так, правда, где отсюда выход, а? А, вот, друзья, все, я нашел, по-моему, выход, а. Так, пушку убираем. А, нет, это было наверх. Ну, все правильно, друзья. Блин, моя киллерша реально крутая, сука. Вот тебе надо было с самого начала брать, а. И так делать, друзья. Так, все. А, нет, какой выключаем, а. Прикольная миссия была. Надеюсь, она еще не завершена. О, снова заработали. И завершена. Наверное, их перезапустили на старой версии системы. Судя по всему, они больше не охотятся на людей. Как думаешь, ИИ хотел убить Скай Ларсон? Это было его конечной целью. Хз вообще. Но он убивал невинных людей. Мы сделали то, что должны были.
Так, задание выполнено. Знание, ага. В поисках предателя. Так кто был предатель, мне это интересно. Непонятно. Типа, ну, он... Кто им управлял? Или он и управлял? Ну-ка, стоямба. Вот, а чего старенькая? Пойду я на старенькой машине. Блин, ни разу не катался, кстати говоря. Реально. Прикольно будет, а. Сейчас, друзья, я проверю кое-что. Да или нет, я правильно. Получается, осталось у нас буквально, друзья, одно дополнительное задание. Вот, получается, концепция изменилась. И потом, друзья, будет основная. Друзья, мне кажется, реально скоро будет финал. Вот скоро будет финал. Блин, миссия такая прикольненькая была. Я вот думаю, друзья, если смысл сейчас выполнять эту миссию или завершить, вот, ну, наконец, скорее всего, завершить лучше. То сейчас выполню ее. А, в поисках предателя. То есть эта миссия под названием «Поиск предателя» завершена. Все, спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, вы лучшие! А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.